Вот. Такие у нас печеньки с Роярди. Фирма Bonhomie. Вот они продаются в готовом виде. Такие вот. Разрежем. И еще в одной упаковке. Вот такой вот. Уже разрезаем с вами. И вот такая печенька с Роярди. Вот она. Красивая такая. Нам понадобится кофе. Можно растворимый, а можно натуральный с оливки. 33% с холодильника. Сыр творожный, рикотта. Очень вкусно. Что нам еще потребуется? Посуда. Взбила сливки и добавила, взбила рикотту. Вот у меня получилась такая вот масса. Вот она. Окунаем это кофе, вот эту печенюшечку. Рядышком вторую печенье с Роярди. Много не надо, потому что они тут же. Тут же, друзья, они у нас... Да, я забыла взять ложку. Сейчас. Возьму ложку. Достаю. Поливаю. Как бы это красиво и вкусно. Также делаем второй ряд. Неудобно взяла миску. Надо продолжать. Иначе сильно старайтесь не вымачивать кофе, потому что они иначе размокнут. И будет. Вот уже, пожалуйста, пирожное. Видите? И сверху выкладываем еще слой крема. Почему-то у меня получился немного жидковатый. Хотя, когда взбивала, был густой прямо на венчике. У меня, как говорят кондитеры, клювом нависал. Какая же это прелесть. Уже вкусно. И сверху покрываем. Мы это пирожное аккуратно покроем какао сверху. Дальше надо ситечко. Но мы сделаем из него вот так вот. Я не люблю много какао. Но без какао тоже никак. Вот такая вкусняшка. За каких-то 5 минут у нас получилось. Приятного нам аппетита, друзья!